Ребятушки, всех приветствую. Сегодня у нас не совсем такой обычный, не совсем типовой обзор. У нас сегодня будет разбор полетов. У нас есть рекламационные моменты по одному из автомобилей. Это ВАЗовская Нива, которую мы делали ровно неделю назад. Владелец, добравшись до дома, написал сообщение. Все отлично, запятая, доехали. Впечатление трудно передать словами, просто восторг. Спасибо вам большое. И потом в среду эмоции прошли. Сегодня внимательно пересмотрел все, много недочетов, точка. И понеслось, поехало. Ребят, есть такая замечательная фраза, да? Сейчас я вам ее зачитаю. Я прям вот сегодня мне ВКонтакте попалась. Прям знаете, вот в этом случае вот не убавить, не прибавить. Человек, который не делает ошибок, обычно вообще ничего не делает. Вот. Мы как бы здраво относимся к критике, мы как бы нормально относимся к рекламационным моментам. На той неделе у нас, по-моему, было как-то за пару дней у нас по трем машинам возникли нюансы. Это там за последние несколько месяцев. На одной машине мы чуть-чуть коснули дверь. Но это мой старый знакомый, наш арзамасский человек, да, и как бы там за символические 3000 рублей. Он говорит: Дим, мне не надо ничего, просто в следующий раз приеду, мне там сделать скидку. Там. Ну, либо вот мы устраняем это своими силами, отгоняем сервис, ребята делают. Но владелец говорит: мне не надо. Потом второй момент. Там что-то было клеено в двери. Ребята не отфотографировали, но владелец говорит: у меня вот клеенная запчасть стоит. И вот третий момент у нас по Ниве. По Ниве там я вам сейчас прям целую историю изложу. Да, владелец эту Ниву очень ценит, любит. Это его вторая или третья машина, она у него как икона. То есть, грубо говоря, по обратной связи я говорю: приезжайте, мы все там устраним, компенсируем дорогу. И вот эти все моменты, он говорит: мне лишние там 250 километров ехать. Ну, не хочется, там не все так критично, да. Я говорю: давайте сделаем как. Я за свой счет на эвакуаторе привожу машину сюда, мы все это дело устраняем, и там вплоть до того, что покупаем новый потолок и новую крышку бардачка, потому что там все как бы очень печально, да. Он говорит: Дмитрий, ну, мне не совсем удобно, дело в том, что как бы ребят там напрягать. Я говорю: ну, знаете, вот мы перед вами, вот с поднятыми руками на коленях стоим, то есть наш жесткий косяк, и как бы ну, ребятам неповадно будет, чтобы булки лишний раз не расслабляли, да, убирали за собой мусор с ковриков, там лишний раз протерли что-то, ну и долю ответственности нужно как бы повышать. Вот, в итоге сошлись, на эвакуаторе машину привезли, она стоит в боксе, и давайте я вам сейчас зачитаю прямо, да, вот как было, и покажу фотки. Все, я прям буду зачитывать, да? Я не буду показывать переписку, потому что в одном из видео у нас получилось так, что видео YouTube удалил. Вы можете посмотреть на втором канале, там видео прям есть такое, что видео удалено, на нем было 4000 просмотров, и Никита просто светанул переписку, да? Там что-то обратная связь от клиента была, там вроде спасибо, да? Да, и просто видео удалилось. То есть все началось с того, что кнопка заднего дворника стояла вверх ногами. Не стал на это заострять внимание, подумал, сам перевернул. Сейчас, Никитос, где тут? Пока переворачивал, заметил, что с кнопкой аварийки что-то не то. Посмотрел внутри, вот это фото. То есть владелец привез рамку, привез головное устройство. И вот в эту магнитолу нужно там было поставить вот эти кнопочки. Кнопочку, которая разрывает у нас сигнал АЦЦ. И вот эта приклеенная штука, ну вот, да, вот я как бы могу это объяснить тем, что все-таки она кооперативная. Кнопка встает в распор, мы ее клеим термоклеем, фиксируем, да, потому что она просто может тупо вылететь. Так, далее, когда ехал шум, ехал был шум от коробки, не понимал, почему, сегодня понял. Была вот такая фотка. Пока ковырялся в консоли, заметил, что под ногами пассажира ковер не на месте. Его не засунули под печку, и все было в складках. Поправил, засунул. Один крепеж ковра утерян. То есть это вот
такой вот штучки нету, но есть другая фотка. Так, где? Ну вот, вот такие складки были, да? Складки. Вот она. Вот такой штуки. Вот этот номер уже второй раз звонит. Серега, может, поговори, пожалуйста. Вот, такой штуки не было. Идем дальше. Полез под ноги с водительской стороны. Беда, шланг конденсата, кондиционера отсутствует. Когда снимал или слетел, видимо, накинул его обратно, но как следует одеть не могу. Места мало, надо, видимо, с ям или откуда-то подразобрать панель. Так, Никита, фотки сохранил так, что я даже понять не могу. Вот они. Да, вот этот конденсат. Как ее влево листать так, что... Нет? Нету здесь стрелочек. Вот. Со стороны ковер водителя был оторван от крепления. Так, у нас сделать огромные значки. И так будет понятно. Вот. Оторван от крепления. Вот. Потолок теперь с царапинами, следами от пальцев. Очень неприятно. То есть, вот эти штуки. А, вот стрелочки. Вот эти штуки, да? Ну, честно сказать, я был так немножко. На ковры следы изоляции и прочего мусора не страшно, но неприятно. То есть, вот таких вот неприятных моментов у нас уже, ну, как минимум 10, да, насчиталось. Поэтому я вот решил... Вот. То есть, вот это, так вот мы сдали машину клиенту. Хотя машина стояла 2 дня собранная, и, ну, мальчики сказали, что машина готова к сдаче. Так, идем дальше. Я вот считаю, что клиент вообще должен просто сесть в чистую машину и ездить. Никит, я не найду. Ковер в складках нашел. А вот мусор мне надо, мусор. Мусор только включен. В общем, вот такая вот фотка. Вот. Так, идем дальше. Что-то криво прикручено. Вот здесь. Крепление докручено или криво. Вот. Ручка дверная. Ручка дверная. Отвалилась. Ну, честно, я вот когда вот увидел фотки, у меня прям волосы дыбом стали. Я бы вот прям убил за такую работу, вот, честно скажу. Прям вот. Вот ручка, да, а потом провод под сиденьем этот, ну, заднего дивана проходит, возможно, так, ну, в общем, мы уже придумали, как это сделать. Вот, вот так вот он проходит. Если ты проходит жгут проводов, здесь мы провести не можем, потому что там и так уже все с натягом. И так вот, да, провод регулятора нужно провести по-другому. Он мешает открытию капота. Не страшно, но не очень удобно. Так, где провод регулятора? Здесь вот что-то намоталось, да? Здесь саморез не прикручен был. Вот, провод, ну вот как вот его по-другому? А, вот имеется вот, вот эта лапка? Да, да. Ну, так, потом... Сетка мидбаса замята у одного из крепежей и играет вмятина на солнышке. Дальше не стал, расстроился, шел домой. Да, еще не сделали концевик на капот. Машину к вам привез практически с салона с пробегом 240 км. Крышка к бардачка тоже теперь с царапинами. Где-то крышка бардачка с царапинами. Вот. И... Ни фото, ни видеопроцесса работ вы мне не прислали. Я очень просил об этом до начала работ, в процессе и после работ. Так и не прислали. Вот я потом ответил сообщение. Фотоотчет мы клиенту скинули в четверг. Подсидушки хер с ней. Главное, она не повреждена. Я понимаю, что это за шумки. По поводу по проводку под сидушкой, я думал, возможно, протяжка через левую или правую боковину кузова над задними арками. Но раз нет, то нет. По саморезу он просто лежит, вставлен, но не прикручен. Нужен длиннее, я сделаю, не проблема.
Такой крепеж где-то у вас остался, посмотрите, пожалуйста. Ну, в общем, сохранили, да. И владелец еще был недоволен тем, что он ждал процесс выполнения работ на видео. Вот. Вадим болел. То, что Вадим болел, вот сейчас мы так. Ну и, в общем, мы с владельцем связались, обсудили, да. Я как бы говорю, давайте, да, машину привозите на эвакуаторе. Если нужно поменять бардачок, закажем новый. Нужно посмотреть все. Вот я сейчас перейду к машине, покажу вам все нюансы. Там они действительно есть, они присутствуют. Ну, вот как есть, я вам покажу. А, так. Автомобиль в студию. Так, владелец еще жаловался, что вот эти торсионы не держат на морозе. То есть при понижении температуры крышка стала тяжелее, она не держится. Вот. То есть масло там замерзает. Ну, вот по этому вопросу что скажу. Ее либо клеить, либо нет. Вот она сейчас глухая, она тяжелая, хорошая. Но то, что торсионы не держат, вот сюда может быть от вазовской двенашки. А здесь стоит от двенашки. Вот. Ну, это есть издержка такая небольшая. Так, какие у нас основные моменты? Какие у нас? Дим, поможешь мне, да? Давайте вот по потолку сразу. По потолку. Вот. Вот потолок. То есть владелец, мы когда разговаривали по телефону, он говорит, весь вот, вот видите, вот царапина вот эта. Здесь вот видите вот эти штуки. То есть мы когда с владельцем, говорит, вы залапали мне весь потолок, и покажи, как это устраняется. То есть просто вот он ворсистый, такой вот петушиный вот этот потолок вазовский. И он имеет, вот Дим, вот здесь вот, вот эта царапина или как она? Другое дело, скажи, это надо было сделать, да, неделю назад. Вот, и все. То есть его нужно просто причесать, по сути. Да, здесь, смотрите, трэш. Здесь трэш. Как это можно оставить? Вот, вот необъяснимо, но факт. Давай по проводу. Где он тут? Провода уложены. Вот идут. Вот идет провод. Вот здесь уложены. Да. Ну, я вот так вот уже сделаю, да? Вот, вот, вот мы разобрали, вот у нас сделано. Что мы думаем сделать? Вот прямо, вот, знаете, вот как кабель-канал прорезать прямо в шумоизоляции и потом также скотчем катара закрыть. Да, и вообще ничего не будет видно. Я думаю... Они поаккуратнее будут. Да, резюмируя, вот здесь мы не сможем провести, здесь места нету. Просто здесь очень все плотно и, ну, не представляется возможным. Ну, вот инженеры АвтоВАЗа так это придумали. Так, идем дальше. Здесь у нас что-то топорщилось, Дим. Коврик. 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 Да, действительно, здесь срач. Вот эта стяжка валяется. Вот эти куски провода. Ну, как бы культуру нужно повышать. Нужно... Так, сетка замятая. Ну, вот честно, честно сказать, ребят, да, вот по поводу сеток с владельцем очень долго и трепетно мы обсуждали, что вот оригинальные герцовские решетки, ну, смотрятся красивее, да. Выбрали специально металлические, то есть по пожеланию владельца. Ну, да, вот он играет, ну, здесь, да, может, мятый был. Не знаю, мы их заменим, короче, и владельцу вернем. Либо эти обменяем, либо компенсируем. Там, мы с ним обсуждали, он говорит, мне не критично эти там 700 рублей. Так, пистон. Ну, то, что его не было, по фотке видно. Вот провод, да, идет. Вот. Да. Его просто как-то вот, блядь, ну это Нива, да, как-то. Да, вот, вот смотрите, какой нюанс. Вот она вся в мовиле. Вот вся в мовиле. Вот все проемы прям жестко, жестко, жестко промовильны. А в каких-то случаях у нас, да, ну, владельцы говорят, вот вы бы там руки почаще мыли, вы мне вот здесь вот залапали. Ребят, ну, бегать через 30 секунд, руки мыть, ну, либо да, либо ее сделать и потом провести химчистку, но эта работа должна тогда стоить, там, образно говоря, там, не 15 тысяч рублей, ну, плюс шумка здесь, да. Хотя у нас там под опом много было, да, там... Рамку мы ставили, владелец сам камеру ставил, мы единственный провод тащили. Да. Вот. По кнопке аварийки уже поправили, да, Дим? Нет. Может, владелец сам разбирал? Возможно. Ну, мы обычно такие вещи, мы проверяем. Это, да, и то есть не просто так ставили. Мы же, образно говоря, да, вставили там. Вот. Ну, вот эта вот кооперативная рамка, вот, ну, посмотрим. Здесь еще резинка, да? Владелец, по-моему, тоже сказал, что поставил все сам. Она, так, ну, действительно, вот, честно скажу, много моментов, ну, за которые
оправданно дать по шапке. Грязь, там грязь. По поводу концевика капота часто бывают какие моменты? Ну, вот дерни капот я расскажу. То есть концевик капота – это штука, которая будет посылать команду на блок сигнализации, что разомкнулась вот эта зона и сработал режим тревоги. То есть сюда, другими словами, делается Г-образная, Г-образный кронштейн, выгибается и туда вкручивается концевик. Вот его ценность охраняет он автомобиль ровно так же, как крючок на сельском туалете, вот из гвоздя. То есть, ну, 21 век на дворе, да, угонщики или там злоумышленники, ну, этим медом намазаны. Да, вот пример. Вот мы делаем дубляж, да, Никита видео не показывал. Ну вот, вот этот мовиль, он везде причем. Вот, если я вот так вот сделал, потом владелец скажет, вы, козлы, испачкали мне еще аккумулятор. Но я думаю, он так не скажет, потому что мы, в принципе, с ним в хороших отношениях. Вот такие вот моменты, ребят. Оставьте вот мнение. Я вот считаю, ну, то, что машина не была готова к сдаче и собрана как бы, ну, сборка оставляет желать лучшего. Мы с мальчиками провели беседу. Сколько у нас вчера собрание? Час почти длилось, да? Вот. У нас отныне, с 1 марта, Антон Палыч, мастер ОТК. То есть, образно говоря, вот мы собрали машину, поэтому мы сейчас вот по бесплатной установке новой машины сделать не сможем. Ответственность другая, да? Мы делаем машину. Ребята ее проверили, проверили стеклоподъемники. Так, вот ручка, да? Дим, кого здесь ручка еще опять? Да, ситуация какая? Вот она вот, ну вот, мы ее приклеиваем потом. Ну вот инженеры на заводе вот так придумали вот эту вот херню. То есть тут либо вот не клеить туда материал, либо да, либо вот, ну вот в классике вазовской такой. Только в классике вазовской держится, а здесь нет. Вот такие вот моменты. Вот кто сталкивался, вот если есть у какой-то лайфхак, как закрепить вот эту, сука, вот эту ручку, вот защелку, да, то есть она, по сути, вот сюда вот просто за счет винтика. Раз, и все. Но Дима сейчас ее погреет феном, потом есть у нас определенные фишки, как собрать Ниву, да. И вот, ну, она, ну, язык у меня не повернется назвать ее телегой, да, но то, что коврик стали спустя 30 лет ложить такой ворсистый, это уже успех. Это уже успех, да, то, что вот это вот, ну, не будем, вы все недочеты АвтоВАЗа знаете, мы говорим про нашу работу. Вот. То, что сюда саморезики нужны всегда подлиннее, то, что вот остается вот после сборки любой вазовской машины, начиная от четырки, да, потому что где-то саморезы подлиннее мы крутим, где-то что-то остается, ну, меняем на саморезы большей длины. Ребят, так, по эвакуации автомобиля 8000 рублей с Нижнего Новгорода в Арзамас и также обратно. Я как бы со своей стороны, да, обещал, вот, когда я был на международном конкурсе мастер, на финале конкурса мастер «Золотые руки» в Санкт-Петербурге, я был там всего 4 раза, в 11-м, в 13-м, в 17-м и в 15-м годах. Тимур Асоевич Амиджанов, это владелец «Старлайна», это очень умный, умнейший дедушка, можно сказать, с очень такой дикой энергетикой, очень умный. Умнейший, да, человек, он, Дима, уже сделал ручку, да, надолго ее хватит или нет, вот тоже сложно сказать. Вот видите, нет, ни хера не надолго, Дим. Думаю? Да, ей. Нет, ей все. И вот Тимур Асорович Амиджанов там говорил определенные постулаты и говорит, ребят, вы отвечайте, вы должны отвечать за свои слова, и вы должны в каких-то случаях просто, ну, уйти в минус, но сдержать слово и сохранить свою репутацию. Вот я как бы придерживаюсь такого. У нас бывают, конечно, там из ряда вон выходящие случаи, но в принципе у нас все клиенты адекватные. И в таком случае я не то, что пошел клиенту навстречу, а просто я считаю, что это наш жесткий косяк. Как говорится, да, нужно начинать всегда с себя. Не нужно искать виноватых. То есть я вот не досмотрел, я не доглядел, я не проконтролировал. И я в том числе отдавал эту машину ровно неделю назад. Вот. Все это дело мы устраним, все это дело поправим, да, еще раз посмотрим, все прям вылежим. Но для потолка прям специально, вот как губка, помните, для замши была, вот ей можно пройтись, и все будет
Пакля-макля. Ну, посмотрим еще раз, протестим все-все-все и созвоним с владельцем. Мы также ее на эвакуаторе отправим. То есть вот 240 километров пробег на ней как был. Мы ее вчера лишь доехали до автомойки, помыли, потому что сейчас весна, на улице начинает таять снег, трасса сырая, и получается то, что ну, она приехала немножко грязная. Грязные машины мы в бокс не загоняем. Ребята, вот такая вот ситуация, вот такая вот, вот еще раз, да, про мобиль я вам рассказываю, да, вот трэш. Такая вот ситуация, да, они неприятные моменты такие бывают, еще раз повторюсь, мы как бы к ним относимся лояльно, мы к ним нормально, то есть это наша работа, да, и нужно, главное, признавать, да, свои вот эти вот косяки, изъяны и халатность. По-другому это, ну, распиздяйство, да, по-другому это нельзя назвать. К примеру, я вот еще нашел вот недокрученный саморез, вот. Ну, просто, видите, вот он болтается. Скобка там не держится, либо я не знаю, что. Ну, посмотрим, мы еще пролазим всю эту машину. Так вот, я отвлекся немножко. С 1 марта Антон у нас мастер ОТК, да, за отдельную плату. Он будет проверять там машины клиентов, будет дергать ручки, вот эти все штуки, чтобы работали стеклоподъемники, подогревы зеркал. И после того, как Антон скажет, что машина готова, только потом мы будем с вами связываться. Да, на это будет уходить время, он будет принимать машины. Ну, к примеру, вот такие моменты, что, ну, это мы подкрасили. Ну, у нас, в принципе, не бывает моментов по царапинам. Были, конечно, там определенные индивидуумы, которые просто на лосе предъявляли за царапины, да. У меня там был один клиент с Москвы, ну, кроме как гондон, я его не назову. Он потом так вот ехидно улыбнулся, говорит: Дмитрий, я не предъявил, я просто спросил. Как я его не стукнул, я не знаю. Я сдержался, стиснул зубы, но ты мне просто сказал, что за такие гадкие поступки, говорю, даже не звони мне больше. То есть я тебе сделал тачку и до свидания. Вот. То есть вот такие вот, ребят, моменты бывают. Вот я прям искренне прям виноват перед клиентом по многим-многим-многим пунктам. Приношу извинения за упущения такие, да. Ну и вот я думаю, мы все-таки сделаем владельца, несмотря вот на это, на эти недоразумения, будет он ездить и радоваться. Сетки заменим, здесь уберемся, пропылесосим, и все, и все, и все, и все наладим. Свяжемся по видеосвязи, но это уже будут там ребята делать, я сам буду в отпуске. Ну, а вам хочется сказать спасибо, что досмотрели это видео. Двигайтесь музыкой, не расстраивайтесь по мелочам, но они вот бывают такие, да, вот бывает именно, знаете, вот, с той машиной, с которой ты никогда не ожидаешь. Вот, то есть, вот получается так, как получается. Но мы как бы анализируем. Получили черенком граблей по затылку. Анализируем. Работаем над ошибками. И, грубо говоря, да, другими словами, это как мы не попали на деньги, да. Мы приобрели, купили драгоценнейший опыт. Раньше у нас я щиток приборов в Мерседесе пополам ломал. Было у меня стекло, прям лопало. Nissan Qashqai ручки ломал, Mitsubishi Pajero жёг блок кнопок. Много. Mercedes ML-ку в угол прям бампер разбивал. Было много ситуаций. Много мы попадали, покупали этот опыт, набивали руки, да, всё. Ну, еще раз повторюсь, бывает где-то вот прям раз и палка раз в год стреляет. Я имею в виду то, что где-то вот Димка Украинец у нас сколько, 2 или 3 Тиайса разбил? Ну, да, у него прям как вода из рук, раз, раз, разбил Тиайс. Прям вот так вот плашмёй на плитку, прям на дисплей. Ребят, ну да, ну не ошибается тот, кто ничего не делает. Быть добру, всем пока. А владельцу спасибо отдельное за доверие и за понимание. Забыл сказать вам про бардачок. Забыл. А, здесь на самом деле не царапина, а вот здесь вот какая-то вот козявка от мобиля была. И все четко. Он не царапанный. Все, слава богу. То есть ничего нам, никакие запчасти заказывать не надо. Вот для сравнения, вот видите, вот, вот такие моменты. Вот, у нас как-то был случай, я вам сейчас расскажу. А, вот плафон, да, стоит. И у нас как-то владелец Лада Веста скидывает фотки, говорит, вы на мне сломали плафон. Он там скидывает ссылку на Озон, по-моему, 1524 рубля. И говорит, этот, компенсируйте, пожалуйста. Я говорю, пришлите, пожалуйста, этот
старый плафончик за наш счет с деком, там какие-то 400 рублей доставка его стоила. Вот, мы посмотрели, он был действительно сломан, но знаете, вот такой момент, машина была не первой свежести, была какая-то черная изолента глянцевая, у нас такой даже нет, то есть она по периметру была смотана глянцевой изолентой вот так и вставлена, да, ну вроде мы его и не снимаем, и, то есть, ну, как минимум мы бы там, наверное, на термоклей приклеили, как сказал владелец вот этого Чангана, у него, кстати, знаете, какой нюанс был, вот Антон сфотографировал, ну, нюансы, да, то есть вот здесь вот уже было сломано, мы это сфотографировали, он говорит, да, я в курсе, мы когда шумку делали, а просто если бы мы это приклеили, зафиксировали, и через 3 дня владелец сказал, говорит, ребят, как так, мы бы покупали новую, потому что у нас часто такое бывает, сейчас Антон будет проверять. То есть, другими словами, здесь вот было замотано на Весте изолентой, которой у нас даже нет. Ну, я молча перевел там, оно, там 1524 рубля, как просил владелец, все. Дело в шляпе. Мы для себя тоже делаем выводы. Вот. Но обжигаемся, что же теперь. Будь добро.